Все, идем аккуратно, так сказать, за дворок. Вот, смотрите, задворки там. Вот видите, протоптана, проложена людьми дорога, колючая проволока. Кто не знает, как она выглядит, вот так она выглядит. Кто на ощупь ее знает, напишите. Кладбище находится прямо. Вот видите, за этим забором. Ну что, рванем? Вам нравится это, я знаю. Так, а как же тут прыгнуть-то? Снег только, видать, растаял. Какая грязь. Надеюсь, там на кладбище дорожки. Поле русское, поле. И как тут скакать еще из камеры? Куда там дальше-то? Знаете, как в Тетрис, или как игры такие есть. А почему там камни положили, а здесь нет? Ну ладно, мы уже почти пришли. Ну что, добро пожаловать в царство мертвых. Мне кажется, могил много свежих. Да, наверное, провалилась могила. Давайте поговорим. Ну что, готовы к эфиру? Там человек гуляет. Год. Сильнее смерти только память. Смотрите, здесь на столе стоит конфетки. Не пойму, соль, что ли. Якорь-то моряк, что ли, был, получается. В 21-м году. Мешок, смотрите. Все выкидывает. Год. Вот. Как страшно. Тут что-то кто-то, кого-то ходит постоянно. Провалилось, видите? Камни проваливаются. Проваливается все. Сейчас мы кого-то увидим, если... Да, очень много людей на кладбище приходит поминать. 22-й год тоже. Валентина Ивановна. Сейчас, если со мной захочет кто-то разговаривать, я говорю через карты. Это Валентина, две Валентины. Вот Валентина, вот. Это у нас раньше умерла 3-го, а это 22 января. Такие оградки черненькие. О, цветочки. 21 год. Ольга Николаевна. В годы войны родилась. Да, кладбище будет продолжаться. А вот место пустое, смотрите. Кого-то похоронят. Помним, любим, скорбим. Так, 5 сентября умер. Родился 1 ноября. А что случилось-то такое? Давай спросим. Так, я могу? Давайте у карты сейчас у него и спросим. Как его зовут? Сергей. Сергей, поговори с нами, выйди на связь. Что случилось с тобой? У него что-то с позвоночником. У него с позвоночником. Шейные нервные. Давайте спросим, как, что с ним? Шейные мышцы. Вот видите, перегибают, показывают позвоночник. Видите? Перегиб, мостик.
У него, ну, в принципе, вот тут видно же. У него, ну, горбсутоз, да? Вот они показывают, у него там проблема. И он запустил эту болячку, не лечил. Вот так вот. Перемещаемся дальше. Николай Федорович 6 сентября умер. Сейчас, если могила будет дальше, захочет говорить, я... Ух ты! Может, с этой могилой сейчас попробую поговорить. Подождите, видите, она провалилась. А как я туда пойду? Видите, крест прям завалился. Ну что, пойдем? Мне кажется, он зовет меня. Сейчас, подождите. Мангарасян Надежда Владимировна. А, 8 марта. Я думаю, что она меня зовет? Все, я понял. Она 8 марта умерла. 8. Что-то она хочет сказать. Слушайте, я буду про нее говорить. У нее был дар, она могла, она больше как негатив делала, могла людям на негатив сделать. Видите, у нее даже провалилось. Сейчас давайте у карт спрошим. Расскажите мне о ней. Кто она такая? Что за она? Дар у нее еще был. Негатив. Видите, черная выпала карта. Я же говорю, она негатив несла. И нет, она замужем была. Негатив. Вот видите, она такая старуха, как занималась родовой магией. Проклятие еще есть на ней. Вот поэтому, видите, и могила сейчас у нее. Крест, видите, падает, не держит ее. Умерла не так давно. Пару месяцев, да? На 8 марта. Будто... Что тут написано? Сережка Альх. Ни почему не пойму. А кто здесь? Давай спросим. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая. Но сдунешь ее, все окажется в мире не так. Кто здесь вообще лежит? Расскажите мне. Ни даты, ничего нету, даже имени нет. Там, говорит, покойник лежит. Проклятие. Ну, как будто человек умер от какого-то проклятия. Человек от проклятия умер. И там лежит, они говорят, женщина, ну видите, как невеста. Покойник, женщина здесь лежит. Она мертвая, они говорят. Ну что, идем дальше. Там какой репортаж будет красивый. Смотрите. А что здесь игрушка делает? Путинцевы. У меня же дар речи пропадает здесь разговаривать. Виктор Мария. То есть он раньше умер, да? Так. Не, я не буду с ним это разговаривать с ними. Вот кто это такая? Вот это кто это? Это кто это? Нет. Не хочу с ними разговаривать. Видите, я не со всеми еще хочу разговаривать. Только с тем, с кем хочу. Так, здесь мы были. Еще много кладбищ. Только началось. Ходим, естественно, по свежим могилам. Людмила Викторовна. Кто это такая девочка молодая? Вот смотрите. Похоронили, заброшено. 71-й, 21-й. Это что-то молодой совсем. Сорок лет, что ли, получается? Нет, больше, наверное. 50 лет.
Да, 50. Мочаловы, Инна. Представляете, они Мочаловы. То есть они ждут, кто еще умрет. Мочаловы, видишь, а потом просто да, допишут. Вот интересно. А давайте, пусть они нам расскажут, что это за такая могила, почему они так решили. Так, мне нужна карта. Поговорите со мной через карту. Родовое. Это вот яблоко. Она ждет своего мужа. Видите, Ева, а вот Адам. И она ждет своего мужа. Бога. Только они замужем были. Короче, мужа ждет. Купили это место, короче, на двоих. Так, видите, как разговаривают. Карта хорошо тоже, да, заброшена. Валентина. Уже третью фамилию, о, имя я вижу. Валентина. Ох, тут вообще что-то все провалено. Ну-ка, давай посмотрим. Никитина, Наталья. 21 год. А тут просто стоит, прикиньте, крест. Вот штучка эта. Памятная плита. Она хочет со мной поговорить. Она хочет со мной поговорить. Так, Наталья, что ты мне хочешь сказать? Ей было чуть больше за 40. 40. 41, 42. Что такое? А, ну по годам, в принципе, же можно посчитать. Дальше что ты хочешь сказать? Что, зачем ты меня остановил? Что ты хочешь сказать мне? Что ты хочешь сказать мне? Война, говорит, идет. Она Какая война? Она уже идет. СВО. Будет больше война. Скажи через карты. Стихия огня. Она говорит, что война — это огонь. Много чего погорит. Голод. Свеча. Крапиву будет есть. Как на войне, помните? Люди крапиву ели, чтобы выжить. Она говорит, война идет. Это она про будущее говорит. Ну, в принципе, вы мои прогнозы тоже знаете. До 27-го года много чего будет. Еще плохого. Это у нее крест был, потом поставили памятник. 15 августа. Смотрите, там много очень свежих могил. Туда надо пойти. Люди гуляют. Или ухаживают. Лидия. Вот видите, памятник, он отвернут от солнца. Видите, как по-другому повернули. Это как обычно армянин так хоронит. Ну, короче, какой-то из нации так хоронит. Ну, Джилавян Рудольф. Давайте с ним поговорим. Кто смотрит, говорит, дети будут у вас. Дети. Передайте это через карты. Кто смотрит, говорит, дети у вас будут. Ну, рождение, наверное, будет. Сейчас. Да, рождение. Видите, рыба. А вы знаете, когда женщине снится рыба, то беременность. Вот она. Воды отошли. Вот он вам рассказывает, говорит, беременность будет. Беременность, кто смотрит это видео. Вот, пожалуйста, вода, воды отошли, беременность. Дети будут. Спасибо. Рудольф. Вот видите, как они разговаривают? Они спокойно разговаривают со мной. Потом я достаю карту. И через карту вы это видите. Все то же самое. Попов Сергей Анатольевич. Я еще не со всеми могу говорить. Они меня все цепляют. Вот смотрите. Они меня все цепляют и зовут поговорить со мной. Я не со всеми хочу разговаривать. Только с кем захотелось бы. Ох, как провалилась могила.